На 50 миллионов тенге обманула вкладчиков организатор финансовой пирамиды в Кустанайской области. Об этом сообщили в агентстве по финмониторингу. Согласно данным, ее осудили на 6 лет лишения свободы. Однако исполнение наказания отсрочили на 5 лет в связи с наличием 3 маленьких детей и беременности осужденной. От ее рук пострадали 33 человека, проинформировали в ведомстве. В 2021 году. Подсудимая руководила деятельностью структурного подразделения пирамиды «Антарес», и в группе лиц по предварительному сговору привлекали граждан для вложения наличных денежных средств в иностранной валюте, вводя их в заблуждение о возможности получения ежедневной гарантированной прибыли.